Это пальто. Оно защищает от ветра. Это босоножки. Их можно надевать на босые ножки. Это шорты. Их шьют из ткани. Это ботинки для девочки. На них есть змейка или шнурки. Это свитер. Его надевают, когда холодно. Это осенняя шапка для мальчика. Ее надевают, когда идут на улицу. Это варежки для девочки. Они греют ручки. Это зимний комбинезон. Его носят зимой. Это кроссовки для мальчика. Их надевают на ножки. Это косынка. Она защищает голову от солнышка. Это сарафан. На нем красивый узор.